Привет спортсменам! Здравствуйте! Привет, привет! Ну, как поживаете? Отлично, отлично! Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот ездить по-спортсменски, вот так вот руки вперед тянуть, рамку, укол ставить, это вот как? Это вообще лучше, чем так просто? Да. А насколько лучше? Во сколько лучше раз? Когда я не держала руки, меня на льду все время заносило. Так. А когда я держала руки, ну, меня иногда только заносило. Немножко. И вот мы сейчас ехали вот этот вот конецом трассы, там черный такой участок, несколько черных участков. И люди вообще по ним так соскарбливали. Там уже так был лед совсем везде, так? Да. И местами были кусочки снега, правильно? Да. Вот расскажи, как ты это ехала. Я ехала, ну, я искала небольшие клочки снега, чтобы меньше скользить на льду. Хорошо, и там ты делала укол палкой и да. поворот, правильно? Да. Тебе понравилось так ехать? Да. Ты всех обогнала, которые там ехали? Ну да. А ты? Да. А сколько тебе лет? 6. Молодец. Мне 10. Молодцы, молодцы. Ясно. И мысли, получается, у нас не в ногах, правильно? Да. Они у нас... Ты смотришь в цель, которую ты едешь, правильно? Да. Соответственно, у тебя рамка это, руки правильно стоят, так, с локтями, с плечами, правильно? Да. И потом еще колени, верно? Да. Ясно. Дядя инструктор как ездит, расскажи. Мне кажется... Ну, смотрите, быстрее. Козлы побежали бурные. Это хорошо. Ну, короче, расскажи, плавно, не плавно, как вот я это делаю? Иногда повороты резкие, но иногда плавные. Ну, правильно. Специально, как бы, да, чтобы да. были, чтобы было интереснее, как бы, да, то есть здесь резко, а здесь плавно. Так хоп, хоп, правильно? Да. То есть, чтобы так вот интересная такая дуга была, хоп, 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 правильно? Да. А так просто бум-бум-бум, ну, не всегда интересно. Ну, а короткие такие повороты какие? Как, когда вот так вообще, так коленями, так жик-жик-жик-жик-жик-жик. Короткие... Вот когда мы ехали там эту плоскую трассу, помнишь, я там показывал, говорил так все время? Ну, тебе такие нравятся или нет? Да, но у меня, ну, не всегда получается так. Угу. Или если я на горе еду, у меня так, если получается, то я иногда быстро разгоняюсь. Там нужно делать хорошую, вот лыжи, запомни, это когда... Такой же самый эффект на буграх. Вот когда бугры идут, то же самое у тебя и должны... Это очень важно. Поэтому мы к подъемнику ко всем подъезжаем не ногами так, шорка, а... Понимаешь? Да. Это очень важный момент. Запомни это. Все время нужно постоянно тренировать. Абсолютно постоянно. Вот. Передавайте маме, папе привет. Где, откуда вы вообще, с какого города? Из Воронежа. Из Воронежа. Воронежу привет передавайте. А весь Воронеж привет. А ты? Весь Воронеж привет. Молодец, молодец, хорошо. С Новым годом. Который уже прошел. Ну, уже так недавно был, с Рождеством тогда. Да, со старым Новым годом. Молодец, хорошо. Успех.